Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лина Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту BabWorks. Что я вам хочу сказать по этому проекту, друзья? Поставила я вчера на вывод $5. История вывода. Вот, 11 декабря. $5 пидинги. В обработке. Денежка мне не придет. Я выкидываю этот проект. Почему? Сейчас я вам объясню. Проект не скам. Проект работает. Но здесь поменялись правила. Изначально, когда мы заходили, да, минималка на вывод $5 было. Вывод. Ну, здесь пароль надо вставлять, ладно. $5. Я, значит, начала искать информацию, почему нет вывода. Как правило, в течение дня должны прийти. Я ставила очень рано утром, специально зашла. Мне не хватало несколько центов. Я просмотрела рекламку. И у меня как раз капнуло $5, стало. Вот здесь, в самом низу, контакт, вот термин. Я кликнула сюда, начала читать. Давайте, я все зачитывать не буду. Переводим на русский. Опускаемся вниз. Сейчас посмотрим, что я нашла. Вот. Платежи. Вот это вот. Смотрите. Участники могут зарабатывать, посещая веб-сайты рекламодателей после входа в свою учетную запись. Так, участники также могут иметь возможность зарабатывать, приглашая новых участников на проект. Когда действуют партнерские акции? BabWorks объявит дату начала окончания любых партнерских акций. Так, вопрос-ответ. Ладно, это не то. Так, BabWorks следует, а вот здесь следует рассматривать как сайт обмена трафиком. Значит, мы просматриваем рекламку. За это нам начисляется денежка. На эти денежки мы можем давать свою рекламу. Вы не можете обналичить свой заработок. Вы можете использовать его только для рекламы собственных баннеров, покупая от пакет. И BabWorks следует рассматривать только как сайт обмена трафиков. Денежные выплаты не допускаются. Так что я свои денежки не получу. Сами здесь вот все прочтете. Вот. Я, конечно же, рискнула. И что я сделала? Я же изначально закинула. Сначала начала без вложений работать. И это было правильным решением. Потом иностранцы пошли пополнять. И я ж не думала, что правила поменяются. Я закинула сюда, депонировала $5. Ну, я потеряла их. Вот. Ну что, такое и случается. Я знала, куда я закидываю. Вот. Винить некого мне. Вот. И здесь вот у меня уже 56 центов. У меня осталось баннерных кредитов 6000. Я закину рекламку, естественно. Вот. И все, друзья, я здесь работать не буду. Я вас проинформировала. Так что, такие дела. Админ козел, конечно, добрый. Сначала так, потом правила поменял. Ну, это интернет, как я всегда говорю, и всякое происходит. На этом заканчиваю. Всем удачи. До новых встреч.